Добрый день, дорогие друзья! Рада вас снова приветствовать у нас на канале агентства недвижимости в Испании Alex Home Invest. С вами ваш менеджер Эльвина. И сегодня мы находимся в Аликанте, в районе Флорида-Баха, и хотим показать вам новый строящийся проект. Об этом проекте мы вам рассказывали год назад, но так как строительство его немножко затянулось, поэтому сейчас вы уже видите, что строительство идет полным ходом, проект действительно идет вперед, и у нас еще остались варианты, поэтому хочется снова об этом проекте, об этом строительстве вам напомнить. Речь пойдет о четырехэтажном доме, состоящем из 61 апартаментов. Сейчас в наличии осталось около 20 апартаментов. И сразу озвучу цены. Они начинаются от 175 тысяч и доходят до 295 тысяч на верхних этажах. И сейчас давайте поговорим о том, что же входит в эту стоимость. Во-первых, все апартаменты у нас застройщик всегда в Испании предоставляет в чистовой отделке. Данный застройщик также устанавливает кухонный гарнитур. К нему уже будет входить и встроена индукционная панель, будет также духовой шкаф и вытяжка. Также застройщик проведет и сделает предустановку центрального кондиционирования на тепло и холод. Вам останется докупить только саму машинку. Санузлы, также интересная деталь, что будет полностью укомплектованная сантехникой. И помимо этого у вас будет выбор поставить душевую кабину, либо поставить саму ванную. Я знаю, многие предпочитают ванную. Вот здесь застройщик дает вам такой выбор, это большой плюс. Конечно же, помимо этого у вас будет выбор материалов на напольной плитке, например, на стенной. Всегда застройщик также его вам предоставит. Что касается самого комплекса, тоже хочется отметить несколько интересных деталей. Во-первых, комплекс будет закрытым. Будет у нас общая территория внизу. Это общая зона, детская площадка, игровая, зеленые зоны. И интересная также деталь, что у нас предусмотрен и будет установлен бассейн, но не как типично внизу, а он будет установлен на крыше. То есть у вас будет бассейн с панорамными видами. Это и детский бассейн, и взрослый бассейн, и также будет зона чиллаут со своими шезлонгами. Также на крыше в специальной зоне застройщик установит солнечные панели, которые будут служить именно на снабжение электричеством самого дома, то есть лифтов, света. И, конечно же, это будет играть положительно именно в плане экономической стороны по оплатам коммунидада, так как у вас коммунидад будет обходиться намного ниже. Примерно мы можем предполагать, что цены за коммунидад будут 200 евро за 3 места. Также в нашем доме будет подземная парковка на 61 место, то же количество, что и квартиры, наши апартаменты, и будут трастеро, это кладовки. Кладовок немножко меньше по количеству, и сразу отмечу, что у нас парковочные места и кладовки, они идут по отдельной стоимости. Если вас заинтересует, это можно приобрести либо только гаражное место, примерно в 20 тысяч у нас идет стоимость, плюс-минус, зависит от места, от самого размера. И также кладовки, они идут от 4 до 6 тысяч и чуть выше, зависит опять-таки от размера кладовки. И вначале я озвучила, что наша новостройка находится в районе Флорида-Баха. Это район типичный, испанский, тут есть смесь и более старого жилого фонда, и нового жилого фонда, кирпичных домов с урбанизацией. Чем этот район интересен? Это вот именно своим таким миксом маленьких узких улиц, в то же время больших проспектов. Рядом всего в 3 минутах находится замечательный торговый центр, где расположилось несколько магазинов. Это и Carrefour, есть и Mercadona, все в ближайшей именно в шаговой доступности. И что касается центра, например, до главной улицы, шоппинг-улицы Майсанавы, вы можете дойти всего за 25 минут пешочком, также и до ЖД-вокзала. И до пляжа Пастигет вы можете на машине добраться всего за 10 минут. Если у вас нет автомобиля, шикарная транспортная сеть у нас вокруг дома также имеется. И давайте, друзья, подводить итоги. Мы вам сегодня показывали и напоминали о проекте, который полным
ходом его строительства идет. Он сдаваться у нас будет в июне 2025 года. И важно отметить, что осталось не так много объектов, поэтому торопитесь. Если вас заинтересовал, например, этот проект, либо хотите получить больше информации о наличии по объектам, также обращайтесь к нам, мы вам вышлем обязательно все планы, дадим более подробную информацию. Если нужно будет, организуем визит на месте. С вами была Эльвина, я желаю вам отличного дня.